Ребятки, всем привет, это Dungeon Warfare 2. Мы идем на пастбище бизонов, у нас здесь есть такие миссии. Вызовите все волны на карте раньше срока и одержите победу на карте с коэффициентом опыта 2,5 или выше. Поэтому мы сейчас заполняем рунами. Все, в принципе. Давайте ранг карты. 2,95, вот такой вот рейтинг будет. Все руны быстро мы вызывать не будем, но пройдем за два этапа, грубо говоря. Так, демонов сюда. Здесь тоже можно демонов, в принципе, поставить. И здесь уже ловушки. Вот так сделаем. И давайте раз, два, три, четыре. Так, сразу бронебой и баллисту ставим. Пошла, пошла, пошла жара. Мышечную массу. Подкрепление. Подкрепление и подкрепление. Еще давай раз, два, три, четыре. 3700 уже. Ой, архидемона сюда вставим. А, этот кабан попадает в ловушки. Я думаю, что за фигня? Давай сюда еще демонов. Вот эти тараны вот эти вот, конечно. Вот это жесть. Так, прорвались все-таки, а? Ну ладно. Ой, тут два тарана даже, офигеть. Так, а вот это совсем хреново. Так, стоп. Волн-то еще много впереди.
Так, а этого ловушкой добьем. Вот они, эти тараны, блин. Ё-моё, два тарана едет. Ё-моё, сколько таранов. О! Вот так, нормально. А, вот оно чё. Так, ну это не дело. Надо сворачиваться. Тараны, конечно, вот эти. О, один таран есть. Так, ну вот это тоже не дело. Слишком рискованно, надо свертывать. 5000 у нас есть.
Читаем демонов. Так, ладно, этот ящик оставим. Вот так. Блин, я просто даже не знаю, что еще делать. Так, ладно. Так, вот эту ловушку не трогайте. Ё-моё. Чего же они к ней прикопались-то? Вот и все. Так, а вот здесь не так все плохо. Не так все хорошо. Так. ...846 надо баллисту эту поставить. Ой, там же тараны еще идут. Все, хана вам. Ну нет. Миссию одну не выполнили, но ее можно будет потом. Да, выполнить. Опа, бесконечный режим. Так, ну я думаю, драгоценными камнями возьмем награду. Коэффициент стартового золота на 1%. Да я думаю, давай, в принципе, возьмем. Ловушки возьмем. Тайник с сокровищами. Но это все уже в следующий раз. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока.